Для того, чтобы снять накопившийся стресс, достаточно взять в руки подушку и ударить кого-нибудь хорошенько. Этот способ уже давно практикуется за рубежом. Баталии проходят в различных форматах. Наибольшей популярностью пользуется схватка «стенка на стенку». Мировой рекорд по числу участников подушечных боев зафиксировали в Нью-Йорке. Здесь одновременно со своим стрессом сражались более 3500 человек. В Казахстане эта забава пока делает первые шаги. Однако это нисколько не смущает самих алматинцев. Крутое мероприятие. Хотелось бы, чтобы еще раз так было. Это офигенно. Нужно раз в неделю так отрываться. Особенно менеджерам, особенно топ-менеджерам. Это круто прийти вот так вот и выплеснуть свои какие-то там эмоции, накопившиеся негативные. Но это реально круто. Во время боев подушками можно не просто убрать свой стресс и повеселиться, но и найти себе хорошую половинку. Подушечные поединки будут проходить каждую неделю в Международной академии бизнеса. Всем желающим нужно запастись подушками, ведь сезон стартовал. Бахаджан Нурпеисов, Арсен Сандыбаев, телеканал «Алматы».